Телеведущая Анфиса Чехова часто бывает за границей. А недавно она улетела на Бали и говорила, что будет только 3 месяца. Но однако она устроила своего сына в балийскую школу. Ехать пришлось 50 минут, но только там она могла найти соотечественников. И дети будут изучать английский, математику, ментальная арифметика, скорочтение, наука, футбол, йога, бассейн и индонезийский язык, похвасталась Чехова. Так что вот так. Все бегут, у всех запасные аэродромы. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии.